Совсем недавно открылся новый проект игровых серверов – Eternal Guard. При входе на сервер тебя будут ждать потрясный спаун, множество прикольных мини-игр, отзывчивая и адекватная администрация, а также три сервера с множеством полезных плагинов и модов. Eternal Guard, ссылка в описании. Hello, my friends! Сегодня и ваш любимый ночь ведет в Майнкрафт кое-что особенное, что вы никогда не видели. Наверное, каждый из вас слышит о таком замечательном моде, как Lucky Blocky. Этот мод настолько потрясный, что я захотел ввести в Майнкрафт инструменты из Lucky Блоков. Пацаны, да это офигенно, да? Наконец-то в Майнкрафте появится что-то нормальное. Только есть одно но. Повезет далеко не каждому. Как же мне задолбал этот тупой ночь, вечно наводит интригу. Почему это будет вести не всем? А ну быстро отвечай, кому будет вести ночь, вонючий ты козёл? Кому ещё не понравилась my idea? Отлично, тогда я приступаю к работе. Недавно ночь ввел инструменты из лаки-блоков в Майнкрафт. Что ж, давайте посмотрим, на что способен этот меч. Вот это да, как он быстро сломался. Но слава богу, больше ничего плохого не случилось. Вот черт, у меня плохое предчувствие. Привет, болван. Я межпространственная овца правосудия. В мои обязанности входит защита беззащитных овец по всему миру, а также я люблю бомбить чужие пердаки по вторникам. Я вижу, ты убил моего кореша. За это ты приговорен к самому отстойному и стрёмному наказанию. Полежи мои соски, или я вспомню, что сегодня вторник. Дорогая, мы блуждаем по этим вонючим пещерам уже 2 недели. Мы ничего не нашли, абсолютно ничего. А ну прекрати ныть, козёл! Иди посмотри, что там впереди! Ух ты ж, ёпта, это же алмазы! Быстрее собирай, быстрее! Но, к сожалению, каким-то чудесным образом у нас осталась всего лишь одна кирка. И это кирка из лаки-блоков. Вот, держи! Как раз-таки опробуем её на этих алмазах. Даже не знаю, эти инструменты абсолютно бесполезны. Интересно, что же ночь имел в виду? Хотя, если так подумать, единственное, что я не опробовал, это тяпка. Тяпка из лаки-блоков, может быть, все дело в ней? Лалка, мы, кажется, не закончили нашу беседу.